Всем привет, друзья! Сегодня у нас 8 мая, и мы с Кирой и с нашим питомцем гуляем по нашим любимым местам. Это заброшенный парк. Эх, как он прыгает в воду! Здесь такие старые бассейны. И он там, раздолье, да? Скакун. Здесь абсолютно никого нет. Чисто. О, резвится наш друг. Здесь абсолютно вообще никого нет. Парк заброшен. И мы сюда приходим гулять с Айсом, с нашим. Очень интересно. Но больше всего радости доставляет это нашему Айсу. Он здесь прям хоть может выйти и поскакать, побегать по этим кустам, зарослям. Здесь все заросло травой, да? Кир у меня сидит. Кир, я наблюдаю. Когда-то здесь бурлила жизнь. Даже есть детские площадки, вернее остатки от детских площадок. Вот такие. Сюда когда-то приходили с детьми. Наверху есть ресторан, кафе, были водопады. Этот бегает, нашел какую-то бутылку, бегает уже. Да, 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 да. Вот кому жить-то хорошо здесь. Тишина, одни только птицы. И Айс носится. Эй, ты куда, купаться пошел? Купается в бассейне. Айс. Айс, иди сюда. Ух, искупался. Какой же ты непоседа. Опять полез. Жарко, потому что. Ой, как хорошо. Ой, ой, ты мой сладкий. Ой, ты мой сладкий. Ой, как хорошо. Вот, хорошо. Прятался за меня. Прохладное место залез. Тихо, термос. Жарко, жарко. Да. Ой, какой красавчик. Какие лапки. Так смешно уселся. Вот, попьем водички. Да, кто у нас пить хочет? Водички, кто хочет попить? Давай. Ох. Набегался, набегался. Вот такая была организация. Спортивный туристический центр. Ну да, какой-то... Пойдем погуляем по нашей аллее красивой. Да, потому что здесь вода и здесь тень. Поэтому гулять свежо. Да. Будем гулять. Да. Красивое место. Это место просто утопает в зелени. Так что так. Никакого у нас голода нет по поводу травы и зелени. Да?
Смотри, еле-еле идет. Нагулялся, набегался, даже накупался. Ага. Вообще, Айс, ты как себя чувствуешь? Язык высунул, все. Теперь полдня будет лежать. Утренняя прогулка. Ежедневная, да, Кир? Да. Хочешь, не хочешь. Дождь. Про снег я молчу. Снега не было. Дождь, грязь, ветер. Все равно идти надо гулять. Ну, так это хорошо. Да. Я бы в жизни бы не вышла бы утром куда-нибудь. Да. Это самое лучшее место для променада. Вода, прохлада, да? Тень, зелень, прекрасная дорожка для бега. Тренажеры. Да, тренажеры какие-то есть. Даже мы когда ходим, бабушки такие уже в преклонном возрасте. Ой, ты знаешь, как пресс качает? Да, на этих тренажерах занимаются и прекрасно себя чувствуют. Устал, присел, отдохнул. Как правило, берут с собой покушать, чай, все такое, и ходят, там присели, покушали, пошли дальше. Айс у нас любит в воду заходить. Давай, Асюнька. Пошел по воде гулять. Эх, хорошо, прохладно. Зашел, лапы помочил, молодец. Эх, завтра в это время мы уже будем по Анталии гулять. Да. Там потеплее немного. Да, 26. 26 градусов обещают. Да. Это немало. Самому просто интересно, как это будет. Ни разу не ходил в Турцию на бессмертный полк. Плюс там какие-то будут еще мероприятия. Несколько, да? Да, да. Там, по-моему, до 4, да? До 4, да. Да, мероприятие будет с часу до 4. Мастер-классы, полевая кухня. Да, полевая кухня. Фильмы какие-то. Посмотрим фильмы. Ну, самодеятельность или там, что там, какая-то будет, концерт. Да. Поедим солдатской каши. Гречки. Гречки. Да не, ну это навряд ли. Это навряд ли. Но полевая кухня, она же из гречки состоит всегда. Не всегда, может... У них будет заменено на какую-то, потому что гречки здесь практически нет. Может быть, будет, но что-то другое. Да? Ну, посмотрим. В общем, не суть. Самое главное, поедем, проветримся. Да, на следующей неделе мы поедем, собираемся. Там приедут дети. Да, приезжают наши дети. Ну, во всяком случае, они обещали. Они пообещали нам, что они приедут, и мы поедем на озеро, которое называется Турецкие Мальдивы, да? Да, Салда. Называется озеро Салда. Посмотрим, как получится у нас, ну хотелось бы. Ну тут компании просто собираются. Там необходимо для нашего хорошего маршрута 15 человек, но пока нас... Немного. 11. Уже 11? Да. Ну вот, ну пока 11. Может быть еще 4 человека нужно. Давайте с нами. С нами. Давайте с нами. Какого числа? Какого числа? 18-го? 19-го. А, 19-го. 19 числа из Испарты мы едем на озеро Салда. И желающие могут написать в комментарии и присоединиться к нам. Да? И все прочее. Автобус везет туда, ждет нас и везет назад. Поэтому будет, наверное, я думаю, очень даже удобно, комфортно.
Да, розы вон какие у нас уже. Разноцветные. Красные, желтые, розовые, всякие, белые. Ну вот. Скоро, кстати, начнется, будет фестиваль роз в Испарте. А потом будет фестиваль лаванды. Мероприятие интересное. Кто любит такого рода мероприятия, желательно приехать. Будет объявлено, потому что меняет обычно даты, ну, когда это будет, да? Все зависит от погоды еще. Ну, погода вроде шепчет. Все будет хорошо. Розовые поля, конечно, огромны. Да. Здесь в Испарте очень много предприятий, которые по переработке розы, розовых листьев. Можно даже на плантацию записаться. Да. Можно даже пойти и собирать эти листья за деньги, да. Но сам факт, что розовые заводы, которые перерабатывают в розовое масло, делают, их очень много в Испарте. И розовое масло из Испарты славится практически на весь мир. Во многие места и страны поставляется. Вон какие, прямо много-много уже, да? Айс, ты тоже любишь розы? Айсик тоже любит розы. Он уже все, невозможно, хочет домой. Все, друзья, мы очень хорошо погуляли сегодня. Нагулялись. Практически подошли к дому. Так что всем, кто был сегодня с нами. Спасибо. Огромное спасибо, да, Кир? Да. Кирюня, всем тоже. Всем спасибо. Всем хорошего дня. Утро начинается с хорошим настроением, с позитивом. Вот. Всем пока-пока-пока.